Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Целый пакет огромный пустых баночек скопился. Давайте начинать по порядку. Так, первые салфетки Petit Tails. Уже миллион, ну не миллион, но много роликов в Дзене снимала, как я их использую, что они выводят, зачем они нужны. Они на самом деле очень мощный инструмент в борьбе с пятнами, как на одежде, так на обоях, так и на коврах, везде, везде, везде. Здесь их 30 штук, артикул 308-04, и они гораздо мощнее, чем наши салфетки для выведения пятен. Кто не пробовал, прям обязательно возьмите, у кого маленькие дети, прям берите, берите, берите. Так, дальше средство для очищения ванной комнаты, почему без крышки, потому что я надеваю на него распылитель, который тоже Фаберлик сказала, и так пользуюсь. 302-21 артикул, эффект белизны мне очень нравится, безумно. Очень круто очищает даже застарелые загрязнения, но не совсем такие, знаете, коррозийные, когда там уже трындец, как мы с вами пятно чистили у меня в ванной, да, когда мы квартиру купили. Там только солита, нет. А так все прекрасно, все замечательно. Единственное, работаем по инструкции. И лучше в перчатках. Запах есть небольшой, едкий, хотя вот эта одушка, она мне нравится. Не знаю почему, но он есть едкий, когда распыляешь на ванну. Я прям на всю ванну распыляю, оставляю, прихожу, губочкой прошлась, где сильное загрязнение, жесткое. Причем вот мне нравится именно губка Фаберлик, которая пропала у нас с вами для посуды, да. Вот именно ей ванну чистить с этим средством, вообще все идеально белое, кипельное. Но у кого акриловые ванны, у кого ванна с хорошим покрытием, следуем инструкции, не больше 5 минут, по-моему, держим. Я держу дольше, я уже много раз рассказывала, но мало ли кто-то видит. Про это средство отзыв первый раз, да? Я держу дольше, потому что мы планируем ванну покрывать в будущем, поэтому я ее не жалею, да? У меня есть на покрытии уже шершавые места. Это еще после чистки солитой, потому что нужно было привести в божеский вид. Мы планируем ее не акрилом, может быть, а просто из баллончики покрыть. Потом я уже буду относиться бережнее, аккуратнее. Ультракондиционер бальзам для белья, именно бальзам, именно 0+, 118-56 артикул, обожаю, один из любимых, делает белье самым мягким из кондиционеров Фаберлик, и одушка у него очень приятная, не сильно навязчивая, но тем не менее на мокром белье она хорошо так чувствуется. Для меня это запах зелени, цветочков, очень приятная одушка, аромат зеленого чая я здесь даже чувствую, классный. Так, у меня тут даже несколько порошков, вот пока два откопала. Порошки супер, порошки классные, ничего не могу плохого про них сказать, хотя кто-то недавно в отзывах писал, что не стирают. Я советовала чистить машинку, пишет, машинка новая. Я не знаю, от чего это зависит, девчонки. У меня здесь горная свежесть 323 и горная свежесть 323. Я их пересыпаю в контейнер для порошка, и там они у меня лежат. Люблю, когда хорошая цена, побольше взять. Сейчас вот по купонам тоже взяла. 233 рубля выходит по купонам, а так 333 рубля обычная цена. Это сейчас нормальная цена для хорошего порошка. Я на них жаловалась раньше тоже, когда состав был немножко другой, не было оптического отбеливателя, мне тоже почему-то казалось, что после них белье выглядит застиранным, цвета как-то блекнут, ничего не отстирывает. Вот был такой момент. А потом, когда их обновили, я аналогов не нашла. Для меня это лучший порошок на данный момент. Поэтому пользуюсь. Тем более, 0+, стираю Пристюшкины вещи с рождения. Гипоаллергены, астматиком, атопиком всем прекрасно подходит. И достаточно экономичный. То есть здесь у нас с вами 800 грамм, которые приравниваются к килограмму обычного, к 3 килограммам обычного порошка. Дальше у нас с вами полоски NFOW для носа, да? Артикул 0438. Но не только для носа, для всего можно. Внутри у нас с вами 4 вот таких вот упаковочки, и внутри каждая полосочка такая. Мне нравится, чистит хорошо. Если кожу распарить, вообще классно. Выходит излишки какого-то кожного зала. У меня там черных точек нет, кожа не забита, я ее чищу регулярно. Но вот такие полосочки, все равно они что-то довытаскивают. Поэтому люблю, иногда делаю. Написано, удаляю черные точки, но это нет, конечно, нет, не удалит. Хотя если вот несколько раз распаривать, чистить и делать, возможно, и черные точки... Они не удаляются вообще, просто надо природу знать черных точек, да, чтобы понять, что они не удаляются. А почистить, высветлить, да, предупреждает появление комедонов, способствует сужению пор, матирует, все как бы здорово. Так, дальше детская линейка у нас с вами 0+, новинка, вот эти вот Ума. 0+, больше не беру. Почему? Практически не пенится, но для малышей с рождения прекрасно вообще. Артикул 2793, замечательные составы, никакой абсолютно одушки. Абсолютно никакой, то есть аллергикам, атопикам тоже, мне кажется, эти средства подойти должны однозначно. Мы берем теперь 1+, потому что пенится получше. Мы часто используем Крестюшки как пену для ванны, когда она купается. А так оба средства шикарнейшие. Так, для ополаскивателя для рта.
серии эксперт, без фтора, без спирта, но рот поджигает все равно. 16.37 артикул. Очень классно, девчонки хвалили, рассказывали, что во время сезон простуд, когда, да, очень хорошо помогает при боли в горле. Согласна, так же, как и спрей с пребиотиками, тоже очень хорошо помогает. Да, горло полоскал, вот Ксюшка у меня там, месяц назад где-то, что ли, горло у нее болело, и прямо вот после первого полоскания она говорила, что облегчение. На себе тоже проверяла, действительно, и в этом плане работает. Хороший все-таки Фаберлик ополаскиватель с хорошими составами. Ох, двухфазное средство для снятия, я так вздохнула тяжко, глаз Axiology, которое прям решила обновить впечатление, потому что все писали, прям обожают, для меня это лучшее средство для снятия макияжа. Для меня это худшее средство для снятия макияжа после биомики Faberlic. Почему? Объясню сейчас. Потому что эффект панды постоянно, даже с легким макияжем, тушь коричневая First Class, она смывается любой мицелляркой, вообще, какую я только пробовала, идеально. Никакой эффект панды. Но двухфазкой нет. Она размазывается по всему лицу. Жесть просто. Но глазки, кстати, не щипала. Хотя у меня Axiology раньше щипала глазки, да? Поэтому эту двухфазку я больше не повторю. Гадость редкостная лично для меня. Так, дальше. О, еще вот как раз один плюс Ума, который пенится получше, 27,92. У нас быстро такие вещи расходуются, потому что и Ксюшка использует ванну как подмывашку, использует и Крестюшку пальцы почти каждый день. Дейзик. Это мужской с вами Дейзик, муж допользовал, 26,47 артикул, нормальный, ничего, пользовался, все хорошо. У него приятный аромат такой, шарики, правда, здесь маленькие, если для женщины еще как-то, да, аромат свежести. Защищают на день, защищают, в принципе, если прям совсем работа не такая физическая, в спортзал не ходить, не качаться, то защищают. А так они, конечно, вот для тех, кто очень сильно потеет, они слабовато. Так, дальше еще один любимый кондиционер, но не по действию, не по мягкости, а по одушке, это Органа. 118,54 артикул, пахнет великолепно, для меня это запах парфюма, супер замечательно и очень ярко выражен аромат на белье, настиранном, на уже постеленном. Кто такое любит, пробуйте. Дальше. Жидкое мыло с хлоргексидином. Антибактериальный эффект беру давно. На постоянной основе, стоит на кухне. 27,17. Могу мыть с ним бутылочки. Ну, хотя нет, бутылочки я мою средством Faberlic. Соски мыла раньше, сейчас сосок нет. Могу простернуть в течение дня с ним тряпочки кухонные, там разные всякие. Протереть даже столешницу, еще что-то. Миску коту помыть. В общем, много у него применений нашла. Поэтому всегда оно у меня есть. Дальше закончилась вот такая датская подкопченая соль. Заказала еще, люблю. Вот яичницу с ней жарить мне, кстати, очень нравится. Вообще много где ее добавляю. У нее не сильно выраженный аромат, но тем не менее присутствует какая-то такая вкусная одушечка слегка подкопченного блюда. Даже не подкопченного, нет. Пряный. Вот куркума я здесь чувствую отчетливо. И цветом такой, кстати, как куркума. Прям мне нравится. 161,45. Вот это вот единственная соль, которую хочется повторять из всех. Из вот этих вот приправ, скажем так. Гель гиалуронка. Я его перелила в бутылочку с дозатором, а так где-то половина использовала. 28-20 артикул. Нет у меня после него подкожников, нету, все нормально, все замечательно. Сейчас в холодное время года, когда кожа уже не жирная, а в нормальном состоянии своем, нету. Девочки просто на эту серию жаловались, что вылезают подкожники. Попробуйте сейчас, если вы отложили куда-то в дальний ящик, вот сейчас на холодное время года. Вообще серия очень рабочая, за такие деньги смешные на самом деле, она очень рабочая, крутая. У меня кожа как будто выпивает все эти средства, насыщается и супер. Но, конечно, постоянной основе нет. Вообще на постоянной основе я ничем не пользуюсь. Всегда какие-то разные линейки, коже хочется всегда тоже разнообразия какого-то. Она напиталась вот этой гиалуронкой, да, как бы, и потом бац, такие подкожники полезли. Все может быть, и не только от гиалуронки. Поэтому смотрите, да. Так, дальше у нас с вами активная сыворотка с коллагеном 10,75. Понравилась хорошая, легкая сыворотка, которая достаточно жидкая. Плохо, что вот она такая, лучше была в формате, не знаю, вот в таком. То есть дно у нее было по-другому, но вы меня поняли. Или как-то с дозатором, или с тонким носиком, потому что она очень жидкая, и когда открываешь, она сразу начинает течь. А жидкая, легенькая, с приятной одушкой, рабочая, мне очень понравилось. Усиливает действительно действие кремов, разглаживает. Мне все в ней понравилось, легкая, хорошая сыворотка. Не скажу, что она там какие-то чудеса сделает и морщины вам с лица уберет, но вещь. Так, дальше, Доброген, 157,29, пропила две пачки, ничего не заметила, ни хуже, ни лучше, у меня сломан позвоночник, кто не знает, я думала, как-то спине будет полегче, нет, все то же самое, возможно, у тех людей, у которых проблемы там с суставами, опорно-двигательным аппаратом еще как-то может получше, но у меня для спины две упаковки ничего не сделали, но я думаю, все равно это очень полезно, состав хороший. Не повредила. Так, еще кондиционер из детской линейки, который тоже
пахнет не зеленым чаем, но здесь прям зеленый чай чистый. Гипоаллергенная душка без красителей, он 0+ у нас для детского белья. Кто боится там другими стирать, у нас много 0+. Можно этот брать, 115-16 артикул, тоже очень мягким делает белье. И приятная деликатная душка на белье сохраняется. И еще один, «Мелодия солнца», повторила, он мне не зашел во время беременности. Ну прям не понравился вообще от слова совсем, а сейчас нравится хорошо. 118-57. Все-таки гормон у женщины, когда скачет, это страшная сила. Не только во время беременности, такое бывает часто. Нравится, неплохой, но не скажу, что он мне будет в любимчиках. Нет, вот ради разнообразия изредка-изредка брать можно, но не любимчик. Прям что-то вот все равно у меня есть в его отдушке отторгающее слегка. Вот еще и тоник гиалуронка, который тоже доиспользовала. Не было никаких подкожников от него в холодное время года, а в теплое были. Вот от кремов из этой серии не было, хотя тоже летом им пользовалась, а от тоника были. 28-21 артикул, хороший гиалуронистый тоник, который здорово увлажняет кожу. Нравится. Вся серия мне это очень нравится. Ночной лосьон, обновляющий с ахакислотами, серия «Эксперт». 12-14 артикул, это вообще любовь любовная моя, прям очень нравится, и сейчас вторым таким тюбиком пользуюсь с превеликим удовольствием, вместе с ночным кремом кислотным из этой серии, вижу результат, кожа с утра выглядит обалденно, напитанная, разглаженная, обновленная, увлажненная, супер, работающая серия, очень небюджетная, но по каким-то программам можно брать, у нас же здесь много программ, и VIP, Light, правда, сейчас нету, может быть, что-то еще Фаберлик придумает, порадует своих консультантов, еще одна пачка салфеток. Крем. Вообще крем. Крем для рук я вам показываю крайне редко, потому что у меня 150 штук открыто и никак не допользую. Я вот теперь решила себе по одному выставлять и одним пользоваться, пользоваться и пользоваться, потом только выставлять другой. Это у нас с вами малина Lovely Moments. Он мне не понравился, поэтому так давно у меня стоял открытый. 26,92. По увлажняющим свойствам он, в принципе, неплох. Вообще хорошо увлажняет, ручки бережет. Действительно, он ощущается на ручках, потом впитывается, все, кожа гладкая, замечательно. Но мне не нравится отдушка вот этой серии. Фу, это вот эта вот химозная малина. Фу, отвратительно. Такая же, как в бьюти-кафе. Прям вот у меня тошнотный рефлекс. А бьюти-кафе зато мне нравится. Груша, грушевый парфюм. Да, грушевый парфюм. В артикуле 25-37. Классные, классные. Мне и парфюм нравится, лаймовый сорбет. Вот их я люблю, остальные перемоляю. Но это кому что, это дело вкуса, правильно, да? Так, бальзам гладкие пяточки. Тоже сейчас использую прям интенсивно, после душа или после педикюра. Наносишь на ножки, надеваешь носочки. Ну, как правило, это перед сном, но можно и с утра. И все, и ножки твои несколько дней в шикарном состоянии просто. Или до следующего похода в душ. В идеальном. Очень много глицерина здесь, 30%. Прям такая силиконистая мочевина. Кстати, на третьем месте, на втором глицерин, на третьем мочевина. Силиконистая такая плотная основа, которая вообще с сухостью борется, но ура! У кого имеется какая-то сухость, тем более сейчас сезонная, прям возьмите, обязательно попробуйте, очень-очень вам рекомендую. И на ручке не очень комфортно в течение дня, потому что ощущается крем, он сильно ощущается. А на ночь очень хорошо, прям перед сном помазать ручки, кутикулу сухую вообще вещь с утра, идеально все. Так, дальше прокладки ночные, очень их люблю, много споров так почему-то про прокладки, про эти разворачиваются в комментариях на ютубе. Не знаю, каждому свое, видимо. Я не могу Always сравнить с прокладками Faberlic, для меня Always это хрень полная, они не впитывают так. Ну вот не впитывают, хоть убей. Ну у кого-то Always впитывает лучше, чем Faberlic. Не знаю, с чем это связано. У меня очень обильные критические дни, по этому поводу там тоже дебаты целые были, поэтому я не стесняюсь как бы об этом говорить. Очень, ну это мягко говоря, иногда вот такой прокладки может хватить на 10 минут. Но прокладки Always хватит на одну, понимаете? Поэтому мне есть чем сравнить, я их практически все перепробовала, потому что у меня всю жизнь вот именно такое вот обильное, но 3-4 дня, да, и это для меня спасение, вот эти вот лыжи ночные вообще для меня спасение. 112,95 артикул, здесь их 7 штук, они действительно лыжи, у них сзади есть крылышки, если приловчиться, одно крылышко на другое вокруг белья приклеить, они не отклеятся, никуда не денутся и вообще не сдвинутся с места. Вот так, в общем, на вкус и цвет. Как говорится, да. Все, мы с вами посмотрели, все я вам показала. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Ссылка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться, буду вам помогать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.